Вот так включают жители дома. Добрые люди, как добрые вести. Уважаемый Андрей Львович, ваши и гости, позвольте от всей души в столь знаменательный день поднести вам вот этот замечательный каравай. Поблагодарить вас, что вы нашли время приехать к нам сюда, в наш теперь замечательный двор. И все жители данного двора, я в том числе, поскольку здесь тоже живу, хочу вас в этом поблагодарить за финансовую поддержку. Спасибо нашему главе администрации, спасибо всем службам, всем нашим арендаторам, которые помогали вот в строительстве вот этой замечательной площадки. Вот. Во всем, что принимали участие. Спасибо дорожной службе, спасибо коммунальной службе, спасибо вам.